не поняла. Never like you. There's nothing but the best for you to talk to. Я и с той же ноты. Нет, с той же ноты. Потом. Don't forget me. Так. Don't forget me. С той же ноты просто. Don't forget me. Don't forget me. I beg. Да. Don't forget. Блин, с той же ноты, вот где заканчиваешь, ту же закончила, давай. Там, давай. Концерты спела вот так прям Don't forget me, I beg. Она именно вот эту вот тут вот не уходит наверх. На живых концертах мало когда она совсем наверх уходит. Мы сейчас хотим с тобой именно вот эту часть сделать, поэтому давай вот с этой ноты. Привет, друзья, с вами лайв-трансляция. С вами я, Дарина, и здесь все без всяких автотюнов. Просто без всего. Какой автотюн? Поем вживую. А нет, спрашивают, типа, нет, это я просто говорю. А вообще, кстати, есть, да, такие вот подтягивающие? Автотюны? Шишки? Конечно. Угу. Даже на сцене. Может, мне с ними просто петь и зачем? Тебе? Зачем? Тебе зачем? Мы учимся без всяких автотюнов. Да, у нас только naturally natural voice. Yes. Привет, Киров. I have natural voice. Да, хожу на уроки вокала, на Байкале не была. Вот. Сегодня у нас какой урок? Сегодня у нас очень малый, да, урок. Пока шестой. Пятый урок. Из них Дарина по полчаса занимается. Полчаса опаздывает, полчаса занимается. Все сдала. Тихо, Сали не говори. Давай. Расстроился. А зачем ты одного человека? Остальные зато любят тебя. Зачем ты одного слушаешь? Так, всем фу, привет, может привет. Он мне, я сейчас начну пить, он мне тоже фу скажет. Ладно. Да. Ты что? Из-за одного человека расстраиваться нет, зато другие добрые, хорошие и твои любимые. Так, ну что? Попрощайся тогда со всеми, будем заниматься. Ладно, нормально, да, попоем. Не могу я сконцентрироваться, вот это фу, не фу, там, ладно. Я специально для этого пришла на уроки, ребята, я обещаю вам, я буду учиться, у меня все получится. Да. Все, всех целую, всем хорошего дня. Да.